Идем в Костко на Гавайях. Вот эти деревья такие красивые. Кость, можешь узнать, как называются вот эти деревья? Ты каждый год прилетаю? Называются три. И каждый год думаю, вот бы узнать, как оно называется все. Как обычно, как у нас в Пакене, тачки, Костка, машины, парковки и ремонтная мастерская, да? Где меняют колеса и все остальное, масло. А вот интересно, мы никогда, да, здесь не меняем масло в Костка и колеса не меняем? Не, мы в другом месте делаем, почему не в Костка? А? Да. Может, они не то масло заливают. Да нет, просто мы не обращаемся никогда к ним. По какой причине, сами не знаем. Сейчас уже да. Раньше было ближе, сейчас построили в другом месте. Ой, какая зелень красивая здесь везде. Пачку берем. Нашел? Да. Я хотела, знаешь, курицу с цыплятами снять. Вон, смотри. Там люди, правда, сейчас закрыли. По парковке бегает. Холодильничек 2899 долларов и 99 центов. Что тут у нас? Тачскрин. Get notified when your laundry is done. Right on your phone. Хороший холодильничек. Угу. Лед. Давайте купим холодильник, пусть стоит. Давайте. $9.99. Это что это такое? Шримп чипс. Чипсы со шримпами, что ли? Смотрите, какие интересные. Сделаны в Гавайях, на Гавайях. Цветочки. Такой $30 стоит, красивый. Там мои уже убежали. Печеньки дают пробовать. Ну, печеньки это мне не надо. Суши. Здесь мы берем суши. Это очень вкусное дело. Смотри, тут рис с такой рыбкой продается. 450 калорий, даже написано, сколько калорий. Но там ребята делают, видите, прям в этом застекленном помещении. А мне возьми кусочек тоже. Можно попробовать суши.
Ой, какая красота. Надо взять каких-то. Сереж, какие возьмем? А ты что, не берешь? Я еще не. Мы заказали особенные суши, которых у них нет на витрине. Называется Family что? Не, ну они все называются Family Platter, и они A, B, C, D. А, под буквами. Понятно. В общем, подождем 15 минут. Там больше с рыбой, как бы. Мы любим рыбу. Там один ряд шримп? Один ряд только шримп, остальное все рыба, да. Креветки 9,99 за, ну вот, 9,99 за паунд. Ну, а сколько там? Ну, как раз паунд, наверное. Нет, 14. А, ну да, вот вес. Салатики уже готовые, можно взять. Ну, мы сейчас такие голодные. А нельзя голодными ходить в магазин. Огурец, ну да, это, конечно, очень сытно. Вот смотри, если ты вегетарианец, вот твоя еда. Да, а с тут, луком, да? Да, а тут другую брал, она не вкусная. Да, мы любим такую рыбу, тоже берем с икрой. Шимпы 39,99 за 4 паунда, 2 килограмма почти. Да? Это, по-моему, 2 килограмма. Крупные, королевские. Колбаску дают пробовать. Я еще возьму. Вкусная такая. Сладковатая. По-моему, она с этой. С какой-то ягодой внутри, да, Кость? Чувствуешь? Как? Ну, понятно, что это такое. Или изюм, или гренбери, как она, клюква. Возможно. Санта стоит $20. Это из дерева? Похоже на деревянного. Одежда для детей. Вот клюшечки продаются за $500. Это сколько штук здесь, Кость? Набор целый, да, вот эти? Они все показывают, да, сколько здесь? Это ж надо вот разбираться в этом всем. Побольше есть, поменьше. Ты бы хотел научиться играть? Не очень. Рюкзаки продаются. Я тоже, что-то меня никогда не тянуло на это дело. Для клюшек. $149. Я думаю, суши нам уже приготовили. Идем забирать. Готово? О, красота какая, смотрите. Да, вкуснятина. Не отличаешь, не чувствую. И... А это что такое? А других костковских просто нет, потому что они такие же. Ну, пошли. О, Макс, пойди еще возьми что-нибудь. Да, маленькую. Я тоже подумала, маловато нам будет. Ну, на 6 человек. Маленькую какую-то, да. Все придумал, я на. Так, ну вот мы взяли еще немножко таких острых. Мне нравятся такие. И на этом все. Наш обед на 6 человек. Я думаю, нам хватит. Тем более Макс хочет себе чизбургер там какой-то взять. Все, на выход. Уезжаем. Костовскую группу, да. Точно можно. Долго снимать. Я так снимаю вот ряды. Пока, Макс. Мы здесь, Макс. Взял карточку? Да, да. Идем на кассу.